Я впервые играю в командном чемпионате России, несмотря на свою долгую карьеру, как-то ни разу пока не играл, и очень интересно. Подобралась хорошая команда, так она немножко спонтанно, буквально за 2 месяца до начала соревнования была организована команда с очень такая приятными людьми и хорошими шахматистами, поэтому я дал согласие. И, в принципе, ну, я ожидал, что мы будем бороться за первое место, но мы выступили даже более, так сказать, уверенно, чем я думал. Мы выиграли все матчи, очень хороший командный дух, все люди приятные, спонсоры и капитан команды. Так что я очень доволен тем, что сыграл за команду. И сейчас мы будем готовиться к командному первенству Европы. С удовольствием сыграем снова за Новосибирск. Может быть, еще немножко усилим команду. И надеюсь, что выиграем и первенство Европы через несколько месяцев. Ну, я думаю, что хороший подбор был игроков, и потому что кроме силы игры еще очень важно хороший коллективный дух и приятно все в хороших отношениях друг с другом, такие компанейские, это тоже оплачивает. И да, все игроки, которые были на более легких условиях, они говорили, что такая приятная была обстановка, очень сильные шахматисты на первых досках. Как-то им это помогало, и они сыграли даже лучше, чем обычно. Поэтому я думаю, что очень правильно подобрали игроков в команду. Я бы советовал в том числе тоже, кого брать. И кроме хорошего положительного, так сказать, шахматного опыта, был еще очень хороший команды, поэтому точно удалось хоть еще раз сыграть. Кроме того, что еще новые титулы команде, но и просто пообщаться, провести время. Это всегда приятно, когда можно. Нет, я готов. Это зависит, конечно, от спонсорской поддержки, но я готов. Мне очень понравилась команда. Я готов постоянно играть за команду. Вообще я редко играю за команду.